21 и 22 декабря вот этот большой зал превратится в сказочную страну Мандаринию. А в этот праздник стартует целое мандариновое движение. Его идея – научить наших детей здоровому питанию, здоровому образу жизни, здоровому теле, здоровый дух. Кроме того, как в Латвии вводится евро, мы вводим новую валюту, школьную валюту Рины, которая будет даваться каждому ученику за хорошую успеваемость с 1 по 7 класс. Мандариновые деньги вы сможете поменять в мандариновой стране на сладости, аттракционы и всякого рода приключения. Праздник у нас посвящен мандаринам, поэтому мы нарисовали новые оранжевые мандарины, оранжевые тигры, оранжевые бабочки, много-много новых картинок. Художники будут работать, не покладая рук. Краски хватит на всех. Цветочки, бабочки для детей. А для взрослых уникальные эскизы восточной тематики. Так как мандарин ассоциируется с теплом. Совершенно бесплатно в нашей мандариновой стране смогут принять участие и получить сладкие подарки тысячи детей. Мы приглашаем детей из малообеспеченных семей, интернатов и детских домов. На сегодня мы зарегистрировали уже 500 заявок. Кто еще хочет принять участие в нашем празднике, поучаствовать в бесплатных аттракционах, надувных городках, посмотреть рождественскую программу, приходите, обращайтесь к нам, мы вас ждем. Детям до 12 лет вход совершенно бесплатный. А часть денег, собранных за билеты, мы направляем в помощь детям, больным онкологией. За окном хмурый декабрь, холодно и грустно. Хочется более ярких красок. Стань мандарином, надень что-нибудь оранжевое и получишь приз. Ты видишь, какая ты красивая? Супер, правда? У меня щечки красные, у меня носик красный, у тебя носик белый, а у меня носик красный. Краски, которые мы используем для рисования, являются не токсичными, не аллергичными. Наши елки. Подарок. Во! Спасибо. Красота! Невероятная сила! А петушок табачка у вас есть? Сейчас будет. Мандарины любишь? Придешь к нам на карнавал? Приходите к нам на карнавал. Не пожалеете. Пока. Ай, молодец.